У берегов Нигерии украинец попал в плен к пиратам. Украинца и еще 5 человек увезли в неизвестном направлении. Контейнеровоз «Димитр» был атакован пиратами 21 октября у берегов Нигерии. Среди похищенных оказался украинец. Об этом сообщает благотворительная организация «Фонд помощи морякам Ассоль». Пираты поднялись на борт судна и похитили 6 членов экипажа, включая практически весь командный состав, после чего покинули «Димитр», сказано в сообщении. Как стало известно, среди 6 похищенных членов экипажа контейнеровоза, 4 филиппинцев, 1 украинец и 1 венгр. Ранее пираты захватили крупное рыболовецкое судно у берегов Сомали, чтобы использовать его как мобильную базу для рейдов в регионе Африканского Рога. По материалам сайта news.com.